Первое. Мы прикладываем усилия в обучении тогда, когда мы понимаем, зачем надо это лично нам. Второе. Когда мы понимаем, что мы с этим заданием или вот с этой задачей, которая стоит перед нами, мы справимся. И это задание представляет, это задача, давайте не заданием, а задача, а то я сужаю сильно. Эта задача представляет для нас вызов, она представляет для нас интерес. И третье, это когда ты понимаешь, что ты не один. Ты не один. Есть рядом люди, вот единомышленники, к которым ты можешь обратиться, если понадобится помощь. Вот это три важнейших компонента, которые нам нужны для того, чтобы мы были включенными в моменте обучения.